Всем привет! Сегодня я буду готовить жаркое с грибами. Лук я очистила от шелухи, помыла его и теперь нарезаю на средние кусочки. Теперь я чищу грибы и мою их. Грибы нарезаю пластинками. Картошку я уже почистила и помыла. Теперь я нарезаю ее кубиками. Теперь нужно все обжарить. Картошку обжарить, грибы обжарить и лук обжарить. И чтобы было быстрее, я воспользуюсь двумя сковородами. Наливаю небольшое количество растительного масла в обе сковороды. В одну сковороду высыпаю лук, а в другую высыпаю картофель. Лук и картофель нужно обжарить до золотистой корочки, постоянно помешивая их, чтобы они не подгорели. Лук обжарился. Теперь я обжариваю грибы. Картофель обжарился до золотистой корочки. Добавляю к нему грибы и лук. Все хорошенько перемешиваю и добавляю где-то 1-2 чашки воды. Все солю и перчу по вкусу, а также добавляю приправу зелени. Жаркое тушу на среднем огне минут 30-40. Периодически помешиваю жаркое. При необходимости можно добавить еще немножко воды. Жаркое готово, снимаю его с плиты. Жаркое выкладываю в большую тарелку. Желаю вам всем приятного аппетита!